Друзья, всем привет! У нас вышла новая модель. Как я и говорил, после Паттайи у нас идет сначала один Липхер. Это вот это он. 1:87 Липхер, 154 яйца HM. Вот, как вы уже поняли, по наклеечке на кабине. Вот такой вот краник в 87 масштабе. Такой вот он невысокий, выполнен на крестовине с балластом. Балласт у нас снимается. Вот такой вот он немножечко сделан, как бы поюзанный, что называется, для реализма. Вот ЕЦШМ у меня первый на канале, ну вообще первый в моей, что называется, коллекции выполненных моделей. Но Липхер 87 это уже третий. До этого у нас был 130, не, до этого у нас была Бэшка, а потом у нас было 200-й. Вот, а это уже третий в 87 масштабе. Такой вот получился краник. Вот, разумеется, у него все механизмы действуют у нас. Ой, там долго стоял, приклеилось. Сейчас момент, ребята. Вот у нас все работает. Кареточка работает. Вот. Поворот. Ну и, собственно говоря, лебедочка с грузом. Такие дела. Такой вот кран. Вот, обязательно напиши, как он тебе, понравился. Или, может быть, не понравился. Но я думаю, понравился. Вот, и обязательно поставь лайк. Feel